Лапы свои разложила тут. Ты злишься? Ты злишься, что ли, хвостиком дергаешь? Всем привет! Готовлю суп шурпа. Я не специалист, но так, как знаю маленько, так и варю. Так что, не знаток. Знаю, что с мясом. Тут у меня кости, ребра. Мне мясо очень дорого это варить. Вот я бульон сварила на косточках, бросила лаврушку, хмели, сунели. И вот я делаю зажарку. Перец, лук, помидоры, морковь. Вот. Потом еще кинзу, зелень брошу, все в конце. Вот. И такой супчик будет вкусненький. Я уже готовила на ура. На расхват. Тут у меня компотик варится. Сухофрукты. Тут лимонный напиток сварила. Лимоны, сахар, водичка. Все накипелося. И вкусненький напиточек полезный. Тут у меня сырный суп с грибами. И с вермишелью нынче у меня вот так. Картошка, вермишель, сыр, грибы. Зелень еще брошу туда. Вкусный супчик. Всем привет! Пришла вот домой с работы, варю борщ. Захотела картошки с салом. Сало с мясом всякое. Сейчас зажарю, стопится. Картошечку брошу. Туда несколько штук чисто вот так вот. По одной картошке. Всем. И чтобы одно было сало с мясом. Хочу так вот и лука туда обжарю. А слинки уже текут. Хочу, хочу. Вкусно будет. Вот, девочки, топится. Топится, топится. В огороде банька. Вот такой борщик у меня почти уже получился. Зажарочку бросила, свеклу, то есть сейчас кипятну. И все готово. Борщик тире свекольник, потому что капусты здесь мало. Почти свекольник. Мяско, свининка. Я уже, как всегда, раскидала ее, порезала, поджарила. Ух, стреляет у меня там мясо. Сейчас проверю, что такое. Вот, девочки, на сало я наложила. Там перевернула сало. Наложила вот так картошку крупно. Будет жариться, томиться.
завтра на обед. Вот будем супчик кушать, борщик, хлебец с чесночком. Сейчас сметанку достану. Всем привет! Мы будем ужинать.